Всем привет! Сегодня у нас небольшой видосик, совсем короткий, по теме, которая вам так нравится. Это повышение FPS. Вернее, выражаться не повышение, а высвобождение ресурсов компьютера. Кто какое-то время хоть пользовался десяткой, то мог заметить, что FPS достаточно низкий при игре в различные игрушки. Причина здесь одна единственная, то что компьютер ваш слабый, это само собой разумеется. Но есть и некоторые плюшки от Windows 10, которые также притормаживают работу системы во время игры. Если, допустим, вы откроете панель Xbox DVR, то здесь можно заметить записать последние 30 секунд. Как вы думаете, из какого места будет браться изображение? Правильно, программа работает постоянно в фоновом режиме и тем самым просаживает FPS. Не знаю, удастся ли вам показать, но сейчас вот, допустим, в моей игре 19-20 FPS. Ранее работающие способы подключения Xbox DVR также не работают, поэтому нужно записать свежее. Для того, чтобы вы могли проверить на своем компьютере, поможет ли вам это хоть немного. Также, если ваш компьютер слабый, рекомендую вам отключить не только встроенные функции по записи видео в операционную систему Windows 10, но а также и все дополнительные, то есть, например, которые встроены в драйвера, например, Radeon Relive. Допустим, если мы перейдем в Radeon Relive, открываем настройки, далее вкладка «Общая» и находим здесь функции записи с рабочего стола, либо внутриигровые, и отключаем здесь все. Теперь давайте покажу, как отключается Xbox DVR. На самом деле, после некоторых обновлений делается это теперь совсем просто. Переходим в параметры, открываем пункт игры, находим здесь вот такой параметр включение Xbox DVR Bar для создания игровых клипов. Отключаем его. Далее переходим в клипы, запись в фоновом режиме. Отключаем. Остальное все можно оставить. Игровой режим здесь включен, но он никак не влияет на игру, поэтому не трогаем это. Ну и обратите внимание, ребята, на FPS. То есть мы стали так же, как и стояли примерно в киберпанке. FPS стал повыше. Определенно, не намного. Но намного он и не станет, потому что мой компьютер слаб. Точно так же, как, возможно, и ваш, раз вы смотрите это видео. Но в целом прирост FPS вы наблюдать можете. Небольшой, но есть. В других играх он вовсе будет и больше. Больше фоновая запись не ведется. Об этом я хотел вам рассказать. А также я надеюсь, что вы поняли, как теперь отключается функция записи Xbox Game Bar DVR. Ну и в принципе на этом все.